Доброї ночі на каналі 2+2. Програма Patriot.ua. Я Наталка Якимович. І сьогодні в мене в гостях народний депутат України, а також радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Добрий вечір, Антоне. Добрий вечір. Поки я вас чекала, прочитала в Фейсбуці, там, де ви активний учасник, одну суперечку. Люди сперечаються між собою, як швидко наші красиві нові патрульні перетворяться на потворних звичних даїшників. І одні дають півроку, а інші дають рік. А як ви скажете? Хочу сказать, что общество делится на три части. Первое – это законченные пессимисты, вторая – это оптимисты, и третье – это неопределившиеся. Вот в нашем обществе пессимистов пока больше, и это основано на больших ожиданиях, которые были после Майдана, и которые зачастую не оправданы. Я не могу сказать за работу всех министерств, я могу сказать за ту отрасль, к которой я имею отношение, это Министерство внутренних дел. Арсен Аваков и его команда реально хочет изменений в стране и делает многое для этого. Например, для того, чтобы провести реформу патрульной службы, потребовалось порядка 7-8 месяцев подготовки, многие миллионы гривен. Так как вы уважаете? И самое главное, это то, что у них будет новая зарплата в 4 раза выше, чем у других патрульных. И у них будет полное материальное обеспечение. Не надо будет ходить с протянутой рукой или вымогать бензин или одежду. Поэтому ничего плохого не случится, и новая патрульная служба Киева будет защищать и помогать вместо того, чтобы крышевать и ограблять. А что будет с колишними даївцями? Значит, во-первых, всем было предложено, кому до 35 лет, пройти конкурсы, тесты. И кто смог, подался, захотел, прошел. Их меньше 10%. То есть 9 десятых – это новые люди совершенно. Все остальные будут увольняться в рамках сокращения штатов. Арсен Аваков сейчас приводит количество работников милиции к европейским показателям. Для Германии это 300 сотрудников полиции на 100 тысяч жителей. В таких случаях для Украины с населением около 40 миллионов после войны это порядка 120 тысяч. На сегодня у нас 150 тысяч работников милиции. Я чула, что небо 17 тысяч будет звільнено десь, так? Значит, в этом году 21 тысяча. Точная цифра. А тим не менше, є ще статистика зараз щодо кримінальних злочинів. І от навіть по Києву десь кажуть, що відсотків на 10 зросли кількість грабунків у громадян. Причому навіть самі міліціонери говорять про те, що характер трохи змінився, стали більш жорстокі злочини з застосуванням зброї. Наскільки зараз це доречно, в принципі, скорочувати міліцію, якщо така ситуація? Значить, во-первых, нельзя делать так, чтобы 6 тысяч чукчей одну лампочку заворачивали. У нас везде, что касается госорганов, всегда было огромное количество людей, которые были фактически не нужны. Это раз. Что касается милиции, действительно вы правы. Количество правонарушений выросло. В первую очередь за счет того, что приехали сюда криминальные группировки, которые не нашли себе места в Донецке и в Крыму. Во-вторых, есть ситуация экономическая, когда чем больше людей становятся безработными, с низкими зарплатами, толкает их на преступления. Однако сказать, что уровень преступности вырос критически, я не могу. Новая патрульная служба должна обеспечить новое чувство безопасности граждан на улицах. Фактически Киев поделен на 200 частей, из которых будет задача доезжать за 5-7 минут к любому вызову. И таким образом мы решим задачу, когда долго ждали люди вызовом по 102. Это будет новое качество работы. Тим не менше, коли я от дивлюся на те, як працюють правоохоронці в місцях масових бійок або масових конфліктів, да? Гей-парад, який був на набережній, чи, наприклад, будівництво Сокорків. В принципі, ось зараз виникає таке питання, кого вони від кого охороняють. Оце відео на Сокорках, там є один такий момент, коли люди просто б'ються між собою арматурою, а міліція стоїть і охороняє паркан. Я скажу так, что задача милиции – разнимать все стороны конфликтующие, которые задача милиции – это охранять общественный порядок. А вы бачили это видео? Я видел, о чем вы говорите, и поэтому видео были сделаны кадровые выводы в отношении работников милиции, которые не принимали активных решений. Но я хочу сказать следующее. Напомню вам, что работники милиции, которые получали 2000 гривен зарплаты, а те, которых вы видите на этом видео, получали именно столько, они не слишком сильно стремятся подставлять свою голову за такие деньги, за такую работу. Поэтому надо понимать, что в Америке, например, первая профессия по уважению – это пожарная, вторая профессия – это полицейский. На каком месте по уважению у нас работники милиции? На 132-м. Поэтому, как вы хотите строить качественную работу по охране общественного порядка, если милиционеры всеми унижаемые, оплеванные и так далее? Нужно поднять статус. Ну, они до цього доклали руку, треба честно сказать. Во-первых, не сами милиционеры. Таким их заставило быть государство. В 90-е годы милиция советская, которая в целом имела определенный уровень дисциплины, и у которой уровень коррупции был, но он был достаточно невысоким, и это есть факт, да, а фильмы такие, как про Жеглова и Шарапова,
после их просмотра десятки тысяч молодых людей шли работать в милицию с удовольствием. Да? В 90-х годах милиционеры были брошены на произвол судьбы. У них не было денег ни на концтовары, ни на бензин, ни на форму, ни на что. Фактически их государство обрекло на то, чтобы они грабили людей. Но ты... Это правильно? Нет, это неправильно. Я знаком хорошо с Бачей Корчелавой, да, вы знаете, такой известный был. Он мне рассказывал в рамках одной телепередачи, что он был в 96-м году оперативным работником в Грузии. Так он так сказал, я голодал, у меня была зарплата $6. Вы хотите строить милицию, качественную охрану порядка за копейки? Этого не будет. Знаете, есть такая фраза в медицине, лечиться даром, даром лечиться. Да? Так вот, хочу сказать следующее. Дешевая милиция – это очень высокая цена для всего народа в то, что люди не могут защитить свои права, в то, что они идут жаловаться, их никто не слышит. Поэтому милиция должна стоить столько, сколько она должна стоить. Это должна быть уважаемая, высокооплачиваемая работа. И тогда у нас будет качественная защита прав человека. Тем не менее, есть еще другая сторона этого всего, что на самом деле милиционеры, которые занимают высокие чины, вони не так погано живуть. И это мы видим после низки расследований. Значит, я хочу сказать вам следующее. Арсен Аваков сделал так, что в милиции больше нет касты неприкасаемых. Если господин Ершов, бывший исполняющий обязанности начальника ГАИ Украины, его за что уволили? Не за то, что его дочерей Lexus, его дочери взрослые девушки, у них есть достаточно, так сказать, парней, которые с достаточно хорошими доходами. Его уволили за то, что он не указал в декларации трехэтажный дом. Генеральная прокуратура по этому вопросу проводит свое расследование. Чем а какие результаты сейчас? Нужно обращаться в Генеральную прокуратуру и спрашивать там. Поэтому у Арсена Авакова нет неприкасаемых людей. Замминистр, которому были вопросы по тому, что его зять бил журналистов, по нему также были приняты кадровые решения. Я бы хотел, чтобы так в каждом министерстве, по которым есть обвинения, в значительно больших вопросах и в значительно больших правонарушениях, также точно понимали кадрове рішення. Але знаєте, що насправді трохи спантеличує? Те, що ці факти почали розслідуватися тільки після цього, коли це зробили вже журналісти. І шум був надто високий. Як довго взагалі журналісти будуть виконувати функції міліції? Ну, фактично на кожному каналі раз в тиждень виходить прекрасне журналістське розслідування, після якого можна просто йти і писати, значить, заяву і позов. Значить, во-первых, у нас журналісти – це що? Це четверта власть. Тому ви теж власть, ви теж робите свій вклад в строительство новой Украины. Але часто до розслідування не доходить справа. Чим більше таких розслідувань буде, тим краще. Я їх лично приветствую. Я сам провожу, як народний депутат, уже свої депутатські розслідування, публікую інформацію о них на своїй страниці в Фейсбук, на моїх блогах і требую розслідування тих і інших случаїв. Тому чим більше таких розслідувань буде, тим краще. Я ще хочу сказати наступне. От скільки років у нас незалежності зараз? Ну, вже 20. А от і ні, а от і ні. У нас Украина реально независимая стала только 20 февраля 2014 года. У нас идет всего лишь один год и 4 месяца украинской независимости. Я вам напомню, после революции достоинства, которая у нас была, настоящей революции, в Голландии, буржуазной стране, которая очень хорошо, у них революция, знаете, когда была? В 1596 году. В Соединенных Штатах Америки в 1776 декларация независимости принята была. В Великобритании 1648, во Франции 1789, а у нас 2014. Так вот, эти страны в своем уровне развития демократии, они прошли по 200-300 лет. Они прошли коррупционные скандалы, они прошли увольнение чиновников, которые улыбались всем на телевидении и на выступлениях на самом деле воровали и так далее. И так далее. Они все это прошли. И в результате вот этом горниле демократии, в горниле скандалов, в том числе журналистских, да, получилась та демократия, которую мы видим. В Америке еще 80 лет назад был такой гангстер Аль Капоне. Он, по разным данным, убил больше 400 человек. Его удалось посадить за неуплату налога на 10 лет, он умер в тюрьме. Так вот, это было после того, что американской независимости было уже 160 лет. Там существовали такие гангстеры, которые контролировали огромные мегаполисы. Поэтому хочу сказать следующее. Реформы есть, они будут, и их надо ускорять все возможно. Но давайте убережемся от такой ситуации, что есть волшебники на голубых вертолетах, которые прилетают, взмахивают волшебные палки, и все получается. Есть прекрасный опыт Ли Кван Ю в Сингапуре. Да? У меня только вопрос. А вы знаете, сколько он строил этот Сингапур? С 1958, кажется, года, когда Сингапур стал независимым. И до тех пор, когда это стало известным знаете, городом. Знаете, с этим прикладом, это мой улюбленный приклад, потому что все его постоянно цитируют и говорят про трех друзей. Тем не менее, у нас этих трех друзей в стране не было. Хотя уже прошел год. Правильно? Ну, у нас благодаря последнему скандалу между Генпрокуратурой и СБУ, мы же хотим теперь посмотреть. У нас интереснейшая ситуация. Глава СБУ через год и три месяца после начала работы вдруг прозрел и заявил, что полгода назад или даже больше один из замгенпрокуроров крышевал сеть заправок бывшего министра экологии Ставицкого и даже вроде как стал соучредителем. С другой стороны, мы видим, что к господину Левайченко, видимо, появились какие-то вопросы, и вдруг почему-то стал вопрос его снять. Поэтому, еще раз повторяю, мы в этом горниле демократии назначение отставок, уголовных дел,
создание новых партий, голосование за снятие неприкосновенности. Вот это и есть демократический процесс. Да, он такой. Как вы думаете, до речи, чем закінчиться цей скандал СБУ проти Генпрокуратури? Я хочу сказать следующее. Для того, чтобы уволить Наливайченко, президент должен Верховную Раду представить факты нарушения Наливайченко тех или иных законов и доказать, почему он неэффективен. Конечно же, ни один министр силовой или глава СБУ или генпрокурор в этих условиях не будет эффективен. Но нужны факты. И почему именно в этот момент, после того, как Наливайченко стал делать свои громкие заявления, появился вопрос о возможности увольнения. Но есть и другой вопрос. Может быть, Наливайченко начал делать такие заявления после того, как узнал о том, что у президента есть мысли? А как вы думаете? Мысли? Ну, я думаю, что как раз вариант второй. Тобто були питання до Наливайченка, після чого він почав захищатися і говорити про Даниленка. Я буду нечестен, якщо я скажу, що це не так. Я думаю, що іменно після того, як Наливайченка узнав про те, що президент, можливо, внесе подання в Верховну Раду по йому недовір'ю, після цього з'явився цей пост. А може це буде якось зв'язано з тим, що всі в нас якось дуже багато втікачів стало, від яких починається слідство? Давайте я скажу слідуюче. Є те, що є на самом деле, і є те, як це представляється в средствах масової інформації. Так ви розкажіть, як насправді. Так от, на самом деле ситуація стоїть слідуючим образом. По Клюєву ізначально Верховну Раду було предложення лише на зняття депутатської неприкосновенності, а не на привлечення його к аресту і задержанню, як це було по депутату Мельничуку. Генеральна прокуратура поставила такую позицию, что, мол, у Клюева преступления экономические, по ним, по Уголовно-процессуальному кодексу, нельзя арестовывать, задерживать. Теперь у меня вопрос. Если бы генеральный прокурор внес в Верховную Раду сразу же, за месяц до даты голосования, подання на задержание арест, у меня вопрос. Клюев приходил бы в Верховную Раду? Он участвовал бы в прямых трансляциях с заседания комитета? Нет. Просто взял бы и уехал бы еще раньше. И на сегодняшний момент, пока у нас существует такое понятие, как депутатская неприкосновенность, реально депутата привлечь к ответственности, если он совершил серьезное правонарушение, практически невозможно. Потому что если предложить Верховной Раде снять с него неприкосновенность, он поверит, что хватит на это голоса, он просто уедет за несколько дней до того. И де юре его задерживать нельзя. Поэтому я являюсь сторонником снятия депутатской неприкосновенности, чтобы каждый депутат мог отвечать за свои действия. Но с одной небольшой оговоркой. Во-первых, я считаю, что одновременно с этим вопросом нужно принять закон об импичменте президенту, который у нас не существует уже 18 лет, хотя по Конституции этот закон предусмотрен. Должна быть четкая, ясная процедура, что делать с президентом, который нарушил законы. При этом я имею в виду не Порошенко. Я имею в виду здесь любого человека, который будет временно исполнять обязанности президента. Вот это очень важно каждому понимать, что президент – это временная должность, которую рано или поздно от нее нужно отходить. Вы же сами сказали, что это не робиться в один день. Как отходит Билл Клинтон, понимаете, ездит по миру, ему все аплодируют, и он читает лекции. Вы же сами кажете, что все робиться не в один день, и законодавча база так само готовится. Але есть какие-то такие вещи, вот зараз повне враження, что у нас милиция безсила, да, она не может зупинити людей, які втікають за межі України. При тому, що ми всі чітко розуміємо, що зараз це дуже елементарно зробити. Ну, є стеження якесь елементарне, є мобільні телефони і так далі. Тим не менше, люди втікають, і вже навіть ті, які не втікають, все одно про них з'являється інформація про цього ж Даниленка, що він нібито втік, хоча він сьогодні дав інтерв'ю нашому каналу. І всі в це вірять і розуміють, що втекти в Україні можна дуже легко. Перший вопрос. Ми хочемо побудувати з вами государство, в якому буде ділатися по законам або по беззаконню? Якщо по беззаконню, то давайте тоді задержувати людей, як це було в часи Майдану, без всяких доказательств, без ничего, подводить его за решетку. Если мы хотим по закону, то давайте соблюдать некие процедуры. Понимаете? Потому что вот вопрос следующий есть. Например, до сих пор, насколько мне известно, не покараны те следователи, которые вели дело Тимошенко и Луценко, по которым как раз брутально были нарушены их права. И Тимошенко и Луценко являлись в суд, давали показания, и при этом их арестовали, не имея на то законных оснований. Так вот, та же Генеральная прокуратура, насколько мне известно, до сих пор эти люди, которые фальсифицировали эти дела, не привлечены к ответственности. Давайте будем принципиальными. То же самое относительно преступлений на Майдане. Пока каждый милиционер, прокурор, следователь, судья, которые выносили неправосудные решения или фабриковали дела, не получит свою ответственность, мы не будем говорить о том, что у нас в стране есть справедливость. Что касается Клюева. Клюев фактически себе на самом деле подписал смертный приговор. Если так у него был шанс ходить на суды, оправдывать свою позицию и так далее, то можно было бы говорить о том, что у него есть какая-то позиция. На сегодняшний день он преступник. Он незаконно пересек границу Украины. Он для того, чтобы уехать из Украины, пересек границу, приехал в ДНР и там незаконно пересек уже границу Украины. А как он приехал в ДНР, если он приехал через все наши блокпосты, через Нацгвардию? Я хочу сказать следующее. По Клюеву, до тех пор, пока не было бы согласия Верховной Рады о его аресте, его нельзя было задерживать. Это если говорить юридическим языком. Так вы это точно знаете, что он через ДНР проехал? Я это знаю точно.
Тобто його зупиняли на я знаю пунктах точно, перепуску, що він збіжав, на Нацгвардії. Збіжав з України через територію ЛНР-ДНР. Ви повернулися зовсім недавно з Маріуполя. І є в мене от питання від військових, які, наприклад, питають, чому Нацгвардія набагато краще екіпірована, ніж війська, які воюють на лінії фронту. Ви помічали таке? Ну, во-первых, хочу сказать, что если бы Степан Тимофеевич Полторак был бы министром обороны с самого начала, после победы Майдана, то у нас бы вооруженные силы были бы экипированы лучше, а Нацгвардия, может быть, немного хуже. Ну, це якесь таке питання, питання амбіцій, тим не менше в нас війна, і треба якось це вирішувати. От кажуть, що під Дебальцево батальйон Кульчицького так і не вступив в бій, хоча їх просили про допомогу, але вони відмовилися і сказали, що вони підпорядковуються МВСу, і 25, за 25 кілометрів вони стояли від Дебальцево, і так і не підтримали. Смотрите, якщо мені зараз зададите любой вопрос, який ви хочете, це не значить, що на нього знаю відповідь. Наприклад, я не руководив боями в Дебальцево, я не можу сказати, не видел карты, плана, где какое соединение. Поэтому этот вопрос некорректный. Что касается о том, какие войска экипированы лучше, какие хуже, могу сказать следующее. Степан Полторак, министр обороны, действительно очень хороший организатор. Он руководил в свое время Академией тыла, прекрасный роговик. Если у нас будут также относительно хорошо работать другие службы вооруженных сил Национальной гвардии, в целом постепенно мы найдем порядок. Но я хочу сказать следующее. Когда в феврале месяце прошлого года исполняющий обязанности Турчинов заслушивал доклад первого министра обороны после победы Майдана Тенюха, то оказалось, что у нас на складах нету ни формы, ни питания, ни запасов топлива, ничего. Все было, чертовой матери, разграблено. Все это приходится делать сначала. Потому что для того, чтобы обеспечить материальные резервы для нашей армии, которая теперь утверждена в количестве 250 тысяч человек, это не игрушки. Это не просто пойти в супермаркет, купить трусы, носки. Это огромный комплекс работ, который постепенно выполняется, в том числе и в значительной степени, благодаря поддержке волонтеров, которые очень много делают для снабжения экипировки. Но волонтеры не смогут заменить государственные аппараты и машины. Еще ни одна армия, не выигрывала войн только лишь потому, что их снабжали волонтеры. Пример Второй мировой войны показывает, что профессиональная работа государства по обеспечению армии дает результат. Пример Соединенные Штаты Америки, которые снабдили весь мир тогда и оружием, і форма, і всім остальним. Ну, ви знаєте, що воєнні трохи жаліються на Нацгвардію, називають їх заградотрядами за те, що вони, в принципі, не завжди коректно себе поводять, і там навіть є якийсь прецедент. Я привык к конкретним случаям. Є Іванов, який говорить о том, що є такой-то факт, або Петров. Ви зараз задаєте дуже общі речі, я не можу коментувати зараз общі речі. Одного... Хто-то, где-то, как-нибудь, кому-то там, це зараз, не серйозно. Підсуд зараз одного солдата ведуть, тому що забрали в нього два патрони, які він віз в якості сувеніру. Значит, существует процедура добровольной сдачи оружия и боеприпасов, при которой оформляется этот вопрос как добровольная сдача, и уголовные дела не заводятся. Поэтому я знаю десятки других случаев, даже, может, сотни, которые поступили именно так. Что произошло с этим бойцом конкретно, надо разбираться. Вы знаете, вот я перед тем, как ехать к вам на эфир, мне позвонили с коллеги 112-го канала. Говорят, смотрите, Игорь Мосийчук, депутат, опубликовал страшное фото. Человек в крови лежит в суде, порезал себе вены. Кошмар, прокомментируйте. Ну, они не успели мне признать, я поэтому вам расскажу. Я посмотрел, действительно жуткое фото. Человек весь в крови, лежит в здании суда, вот, на полу. Я позвонил начальнику отдела. Что это такое? Почему это так? Оказывается, группа разбойников, подозревающихся в разбое. Суд идет действительно по ним 4 года. Этот человек уже в четвертый раз именно в здании суда проносит с собой лезвие, которое не реагирует на металл дек, это маленькое лезвие, и режет себе вены в четвертый раз. Почему так? Потому что человек хочет показать свою позицию по данному вопросу. Ну, это я говорю вам, слідчий изолятор так само тоді якось не так працює, якщо в нього є можливість. У нас везде есть недоработки, в каждом направлении, в каждом вопросе. Поэтому сказать, у кого какой боец с двумя патронами и какое дело, надо разобраться. Если его просто задержали, предложили сдать патроны, а в это время произошла конфликтная ситуация, нас с вами там не было, мы не знаем, как там было. Понимаете, если у нас было больше времени, я вам рассказал очень многие истории, которые вы видите по одному, они происходили совсем по-другому. Или наоборот. Ну, насправді бійці трохи ображаються на Нацгвардію, зокрема, за гвинтівки штурмові, які в них є, за 70 кілометрів від лінії фронту, а в цих немає. А можна якось зробити так, щоб... Знаєте, я чесно скажу, от ці питання, я навіть не знаю, хто-то ображається на те, що у кого-то... Ні, ви там були, ви там були. Я просто не розумію. Цікавить ваше просто, як людина, яка там побувала, і от атмосфера, яка там є. Ви ж можете, як світок того, що відбувається. Я вам прекрасно приведу. У мене Facebook, значить, дуже багато підписчиків. Мені пише один чек. Мені позвонили бойці
из роты номер 25 38 бригады. Это я так, с потолками. Угу. Да? Они где-то в поле под Краматорском. Помогите. У них нету двух канистров бензина для работы дизель-генератора. Антонович, помогите, пожалуйста. Я сказал, нет. Дайте мне, пожалуйста, командира ротного телефончик. Я сейчас ему позвоню и расскажу, как ему командиром роты быть, понимаете? Потому что это неправильно. Потому что, значит, извините, на этих постах стоят те люди, которые не в состоянии решать элементарных вопросов, понимаете? Так вот вопрос качества управленческого. Если в каком-то подразделении нет оружия, вопрос, что сделал его командир для того, чтобы добиться своего начальства результата? Если он сидит, отмалчивается на совещаниях, это плохой командир. Он должен добиваться того, чтобы был результат. Потому что если бы мы не добивались бы этого с добровольческими батальонами, то мы бы не освободили ни Мариуполя, а бы ничего. Понимаете, потому что я ездил в Министерство обороны и выбивал там пулеметы для Азова, для Донбасса, для других подразделений. И прочие гранатометы и все остальное. И не сидели, не отмалчивались. И ребята, которые там было надо, они говорят, Антон, надо, это надо, здесь надо и так далее. И поэтому, когда мы приехали сейчас в Мариуполь на годовщину освобождения, Азов, в котором 154 человека год назад шли штурмовать с автоматами в руках, это уже серьезный полк, которым есть десятки бронемашин, танки, оружие и все остальное. Почему? Потому что это неравнодушные командиры, которые требовали от своих предстоящих начальников обеспечить их всем необходимым. Антон, вот это результат. А хныкать не надо. Надо требовать от своих руководителей выполнять их задачи. От ротных, взводных, командиров батальонов и так далее. А если все будут, извините, засунув язык в одно место быть, і тільки писати в Фейсбуці коментарі, ми ніколи не построїмо сильної країни. Антона, як ви вважаєте, це, в принципі, погана практика, що в нас дуже все розраховано на те, що прийдуть волонтери і допоможуть, а не розраховується, що прийде держава. І насправді навіть так, для командири, цього треба від держави. Командири звертаються до волонтерів в першу чергу, а не до держави. А що ж від неї вимагати, якщо от навіть пожежа під Васильковим? Хто почав привозити бійцям воду, які стояли там без води? Ви ж цю ситуацію знаєте. Насправді, люди були голі, голодні, і якби не волонтери, може ще форму їм купувати. Сьогодні вже стало відомо, що вони погано так само екіпіровані, що в них одяг, який абсолютно непридатний був для роботи в таких умовах. Теж треба волонтерів, чи все-таки якось запрацює ця система? Значить, во-первых, хочу вам сказати следующее. Когда в стране, которую грабили 24 года, нет элементарных вещей, в том числе и ВОЗ-ЧС. Когда самолет Минобороны, отправленный в Катманду, которому 30 с чем-то лет, ломается, да, то надо понимать, что наша страна не может соответствовать европейскому уровню по многим-многим параметрам. Я не люблю откровенного вранья. Например, вранье о том, что у нас будет открыта система паспортов в Европу. Да вы знаете, что у нас нет... Это же ваши коллеги рассказывают. Секундочку, вы скажите список, если я хоть раз об этом сказал, вы мне, пожалуйста, поддержите. Нет, так ваши коллеги, так вы им кажите. Кто конкретно? Нет, так я им говорю тоже, что, пожалуйста, не надо, неправду. Потому что у нас нет даже единой базы данных паспортов граждан Украины. Загранпаспорту есть, граждан Украины даже нет. У нас 600 километров незакрытой границы с так называемой ДНР и ЛНР. Какой визовый режим? Теперь, что касается МЧС. Что вы хотите от МЧС, у которой бюджет всего МЧС Украины, я думаю, это бюджет пожарной команды какого-нибудь района города Калифорния, понимаете? Штата Калифорния. О чем вы говорите? С минимальными зарплатами, с пожарными машинами, которым 35-40 лет. Так вот, для этого нам необходимо, первое, сделать равные условия для всего бизнеса. Для этого надо сделать так, чтобы все, кто сейчас уклоняется от налогов, платили. Налоги должны быть разумными, и бюджет Украины должен быть минимум в два раза больше по самым скромным экономическим моментам. Ну, и тогда у нас будут деньги на высокие зарплаты, на хорошие пенсии, на нормальное техническое обеспечение армии, национальной гвардии, МЧС. Давайте, вот что вы считаете, что в первую очередь мало бы наполнить этот бюджет? Уже подняли трохи... Я вам отвечу. Начинать надо с того, чтобы каждый предприниматель, который больше всех говорит о том, что он любит Украину, например, узнал о том, что тот, кто платит зарплату больше 3500 гривен, тот может платить социальный налог не 41%, а, по-моему, 25 или 26%. И платить таким образом зарплату. Вот вы, например, зарплату получаете в конверте или полную сумму? Нет, я полную сумму. Прекрасно, с вашей зарплатой. И это очень большой податок. Я этого страждаю каждого месяца, потому что я понимаю, что эти деньги отдаются неведомо куда. А это я в результате користуюсь платной медициной, платным дитячим садочком. Это прикро. Ну, значит, во-первых, это очень хорошо, что телеканал 1+1 платит реальные деньги своим журналистам, потому что далеко не все телеканалы это делают, это есть факт. Второе, те деньги, которые платятся, вы вправе требовать прозрачности государственных финансов. И если у вас будет время, вы можете посмотреть проект государственного бюджета, который, соответственно, публичен и доступен каждому. Но не каждый хочет тратить свое время для выяснения. Каждый хочет увидеть качество услуг на месте. Так вот, проблема в том, что если вы платите зарплаты, с вас платят, а еще три человека не платят, и тогда получается, что нет общего
качество соціальної защити, медицини, дорог. А ви не думаєте, що все-таки треба почати з корупції і треба почати з того, щоб хоча б повернути ці гроші, які були в державі вкрадені? Начинати треба з усіх сторон. Якщо ми говоримо про Клюєва і 200 мільйонів євро, то може це давайте би якось врятувало ситуацію? Розкажу. От я вам ще один міф розкажу. Це золота полуботка, возврат денег Януковича і так далі. Ви знаєте, скільки років правительство США пытается забрать деньги Лазаренко? Знаете, я вам отвечу, 15 лет. 15 лет заморожены больше 100 миллионов долларов господина Лазаренко. Соединенные Штаты Америки не могут добиться законным путем получения этих денег с товарища Лазаренко. Вот чтобы вы это знали. И телезрители. Тобто мы можем про это забыть. Каждый, кто вам рассказывает, что вот сейчас, мы завтра или послезавтра, или через 3 месяца заберем деньги Януковича, этот человек просто не понимает, о чем он говорит. Если эти деньги были заморожены в зарубежных счетах, да, Янукович и компания будут судиться с ними десятки лет. Это есть факт, это есть правда. Но если хотите, можем здесь рассказывать сказки. То есть про эти деньги можно забыть. Я хочу сказать, абсолютно, что только через много лет, пройдя очень сложные юридические процедуры, может доказать, что те или иные деньги получены преступным путем. Потому что в западных странах там суды, их нельзя купить. Или это крайне-крайне проблематично. И там надо доказывать факты. Например, недавно во Франции закончился судебный процесс над 3 милиционерами, полицейскими, которые создали ситуацию конфликтную, когда погибло несколько арабских молодых людей. После этого были восстания в Париже, жгли машины. Суд, знаете, сколько длился? 9 лет. 9 лет, кстати, оправдал этих 3 полицейских. То есть судебные органы действуют очень небыстро. По тому же Лазаренко, напомню, что тот же суд шел много-много лет. По тому же Фирташу судебное заседание в Австрии готовилось сколько? Год. Год и один месяц. Судебное заседание только готовилось. Поэтому, когда вам говорят, сейчас мы все заберем, вернем и заживем счастливо, это есть неправда. Начинать борьбу за строительство европейской Украины нужно со всех сторон. И с вопроса оплаты налогов, и с вопросом борьбы коррупции, и с вопросом порядочности в средствах массовой информации, когда все собственники всех телеканалов будут известны, опубличены, в том числе до последних офшорных компаний, и кто за ними стоит, чтобы общество тоже это знали. А вы знаете, что у нас, например, телеканал «Интер», им владеет какая-то офшорная компания, Васия Венчурс. Я думаю, Венчурс, что это будет некорректно нам зараз обговорить на канал. Вот, не почему, очень даже интересно. Ви знаете, вы сказали про европейские ценности, а я сразу згадала историю с гейпарадом. Вы вважаете, это было доречно проведение, недоречно? Просто ваша позиция. Значит, моя позиция следующая. Каждый человек может строить свою личную жизнь так, как это он считает нужным, кроме вопросов, связанных с педофилией, и кроме вопросов, связанных, если это нарушает права других людей. Все. Пожалуйста, если вы взрослый человек, вам 18 лет, стройте вашу личную жизнь, как вы хотите. Если вы не нарушаете права других людей, не пристаете к тем, кто не хочет ваших приставаний, пожалуйста, делайте что вы. Что касается выражения собственного желания людей, да? Допустим, кому-то не нравятся парады, факельные шествия. Да? Кому-то не нравится, например, футбольным болельщикам видеть, как другие футбольные болельщики разломали ворота, выбежали на центральный стадион и так далее. Почему? Люди разные. И нужно уважать права разных людей. Вы милиция має захищати, тим не менше. Милиция должна защищать всех от всех, чтобы в итоге у людей были целые головы, не поломанные руки, не поломанные ноги. И не важно, какой цвет у него кожи, вероисповедание и, так сказать, сексуальная ориентация. А тим не менше, там стався прикрий випадок, да, трагедія сталася, і якось швидкої допомоги було дуже довго чекали. В штаті Техас неділі 2 назад я смотрел по CNN. Там 9 рокеров погибло в перестрілці друг з другом, понимаете? Поэтому конфликты бывают. Что касается скорости приезда скорой помощи. Ну давайте позвоним на станцию скорой помощи и спросим, почему они долго приехали. Ну але ж вы знали, что там будет таке? Невже не треба викликати якусь чергову, так само, як колись на стадіонах, стояли під стадіонами чергові швидкі? Послушайте, место проведения гей-парада, этого так называемого, вернее, марша равенства, оно было скрыто, чтобы вы понимали. О нем узнал начальник милиции Киева только вечером. А всім остальним довели тільки утром. Так, для чого? Щоб не було утечки інформації і не було ще міліції було багато, а швидкої не було, і прикро, що постраждав правоохоронець. Ще раз, скора допомога приїхала через стільки, наскільки це буде на совісті тих, хто його визивав, і де вона знаходилась. Тому я сьогодні вам відповідати за всі питання, які у нас є в країні, проблемні, я тут не зможу. Понимаете? Поэтому давайте задавать мне вопросы относительно моей депутатской деятельности. Я не могу ответить за все. А мне подобается, что вы на самом деле можете про все ответить. Я же бачила много ваших разных интервью. Но если вы хотите питання щодо себе, то такая цікава история. Если забить в Google ваше имя и прізвище и, например, пошук видео, то перше відео, яке випливає, це такий сюжет, який десь з'явився рік тому, напевно, під час вашої виборчої кампанії.
з Краснограду, де бабусі і дідусі на лавочках в парку стверджують, що ви знищили якусь карусель, чортове колесо, розпилили його для того, щоб віддати борги. Ви бачили Смотрите, цей сюжет? Чим більше чоловік робить хороших, добрих діл, чим більше він розоблачає негодяїв, і у нього становиться більше ворогів. Тому кількість тих людей, які мають, так сказати, радость быть теми, на кого я навожу свой взгляд и пытаюсь привлечь их к ответу, очень велика. Вы бачили этот сюжет? Поэтому, конечно, видел этот сюжет, эту чушь. Ну, поэтому, такие честные люди, там, звичайно, пенсионеры. Я могу вам заснять 3 таких сюжета про любого человека, если будет такая задача. Поэтому я его даже комментировать не хочу, не буду. Вот, это бесполезно. Во-вторых, избирательная кампания у меня последняя там была в 2006 году. Поэтому ваш вопрос уже в самом начале поставлен, ну, без знания. Нет, 13 квітня 2014 року це відео. Ну, я же, может, ответил. Последний раз я избирался депутатом у нас в 2006 году. От, все от начала до конца в этом видео является ложью. Я дякую вам за участь в нашій програмі, бажаю вам успіхів. І я нагадаю, що у нас в студії був Антон Геращенко, народний депутат України, а також радник міністра внутрішніх справ. Дуже вам дякую. Дякую.